Здравствуйте, дорогие! Это «Вертикальные новости», я Алексей Форсиков. Сегодня у нас первый день недели, первый день месяца и первый день лета. Вообще отличный день, и новости тоже прекрасные. Погнали! Отличная новость из Буденновска. Там скоро будет свой маршал Буденный. И очень вероятно, самый большой в России. Его нарисуют на стене девятиэтажки во всю высоту. Это будет делать художник-граффитист из Ростова. А мы будем следить за развитием событий. Друзья, всем привет! Сегодня, 31 мая, мы начинаем делать новый проект в городе Буденновск к 75-летию Победы. В общем, мы будем рисовать на девятиэтажном доме на весь фасад маршала Победы Буденного, весь рост, на коне. Так что это будет здорово! И ведь вы знаете, что сейчас будет, точно? Точно. Атмосфера настолько очистилась, что... Зайцы все ближе. Зайцы наступают. Они уже в парке Победы в Ставрополе. Одного из них заметили на ипподроме. Это точно их разведчик. Вон какие внимательные глаза. Ну, а на самом деле это, конечно, хорошо. Увидите зайца, не обижайте. И еще. В чистом Таманском лесу Ставрополя водятся вот такие вот милые хищники. Ласки. Маленькие, красивые и, как видно, прожорливые. Справка. Это самый маленький хищник семейства куньих. Родственник норки, хорька, выдры и, собственно, куницы. Полезное животное питается в том числе мышами и крысами. И боится вас больше, чем вы его. В Ставрополе на видео попала парочка, которая профессионально валяла дурака. Смотрите и запоминайте движение. Пойдете валять сами, не забудьте маски. Выпускных вечеров в школах в привычном виде в этом году не будет. Ну или пока нет таких планов. Поэтому со школой прощаются как могут. Коронный выпуск. Конечно, немножко грустно, зато будет что вспомнить. Парки развлечений тоже скучают без посетителей. И чтобы карусели не простаивали, на них катают плюшевых медведей. Тоже немножко грустное видео, правда? Главная международная новость последних дней – это, конечно, запуск частного космического корабля. За стартом следил весь прогрессивный интернет. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Все прошло удачно, и накануне Dragon состыковался с МКС, а его экипаж перешел на станцию. Через 5 суток полетят назад. Непременно посмотрите, с точки зрения шоу все будет очень круто. Ну а главная песня недели, конечно, вот это. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Видео автор выложил за 2 недели до запуска корабля Илона Маска. Ну просто как в воду глядел. Мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. А вы знаете, где у вашего песика есть кнопка активации улыбки? Если не знаете, смотрите и проверяйте. Это ежедневная милота. На сегодня все. Вертикальные новости подошли к концу. Я Алексей Форсиков. Увидимся уже завтра. Не скучайте.